Всем привет! Сегодня мы приехали в офис Яндекса и посмотрим, в каком состоянии наши поверхности. Здесь нас не было 3 недели, за это время поверхностями активно попользовались. Посмотрим, что произошло с красной столешницей, которую мы защитили в полиуретан, и с голубой и зеленой, где не было никакой защиты. Надеюсь, будет интересно. Первым делом мы посмотрим состояние красной столешницы. Если помните из нашего видео с полировкой, она была в самом ужасном состоянии. И, как нам сказали местные работники, этим кофе-поинтом пользуются чаще всего. Напомню, что данную столешницу красную мы защитили полиуретаном, и он справляется на 100%. То есть можно посмотреть то, что столешница в идеальном состоянии. Нигде нету никаких ни царапин, ни потертостей. Сейчас более подробно покажем. Мы добрались до зеленой столешницы. Прежде чем показать ее состояние, хочется донести мысль, что мы в очень большом офисе. Здесь работает несколько сотен человек. Поэтому состояние соответствующее, так как кофе-поинт, поистине место притяжения. Я думаю, 3 недели использования столешницы здесь приравнивается примерно к 1 году использования столешницы в стандартных бытовых условиях. Видно, что столешница досталась. Есть достаточно много царапин, но в целом издалека общая картина очень хорошая. Сейчас пойдем посмотрим последний кофе-поинт. Очень интересное, какое там состояние. 100% чуда не произошло, и я уверен, есть царапины, есть потертости, потому что полиуретана там не было. Общая картина у нас в порядке, но если присматриваться, конечно, присутствует достаточно много царапин. В данном видео мы продемонстрировали вам преимущества полиуретановой пленки. На сегодняшний день этот метод является самым передовым методом защиты поверхности. Если вы действительно надолго хотите защитить свои столы, столешницы, островки из различных материалов, обращайтесь, все сделаем в лучшем виде с гарантией